Привет, народ. Страна, привет. Да, нас с добрым утром. Спали мы недолго, но очень хорошо. Да, 5 часов целых. Ну что ж, сейчас мы едем испытывать вездеход. Вернее, показывать то, что он может. Нам сейчас покажут какую-то страшную чащу, которую мы должны преодолеть для выски. Да, в общем, смотрим, не переключаемся. Смотрите, какая красотища. Просто неописуемо. Силище какая. За нами шерп тянется. Вид офигенный. Погода шепчет. Что еще человеку нужно? Красота просто. Ну вот, ребят, мы едем на какое-то лютое болото. Пока это только дорога. Дорога приблизительно выглядит вот так. Для местных охотников это непроходимая чаща, они сюда не ездят. Посмотрим, проберемся мы туда или нет. Вышли мы, ребята, настоящее болото. Идем пока в руку, ковер шевелится. Вот. То есть, скорее всего, под нами где-то там слой воды какой-то есть. А мы продолжаем его, ну, пока что покорять. Посмотрим, что будет дальше. Вот мы и преодолели наше болото. Оно осталось позади. Ну, как говорится, 1-0 в пользу шерпа. Ну что, ребятки, вот мы забрались в такое место. Вот там болото. Видите, там мы тоже с болота приехали. Муравьи сахар нашли. Покажи. Вот. Вот, ребята, изба. Сейчас мы зайдем в избу, я вам покажу. Посмотрите, мурашики нашли сахарок. Пробрались сюда. Они даже муху не едят, мотылька. Вот. Давайте покажу вам избу, как она выглядит. Конечно, это очень разительно отличается от некоторых изб, которые мы видели. Вот такая вот изба. Изба уже, как сказать, она уже не на балансе охотхозяйства. Ее отдали местным, и она просто вот в таком состоянии находится. Ну что сказать, можно прийти и жить просто. Действительно, очень все чисто, красиво. Печка добрая стоит. Большой стол удобный. И вот такая вот, ребят, изба на болоте. Вот нам говорят, что летом на колесной технике мы первые, кто сюда приехал. Через болото. Но я, честно сказать, сильно сложного болота еще и не видел. Я думаю, мы его еще сейчас поищем где-нибудь. Ну что ж, давайте поедем дальше. Нам еще много чего есть посмотреть. Вот такого нам красавчика сделали в Жуков гараже. Выглядит, конечно, модно. Очередное болото на нашем пути. Мы его, я бы даже сказал, большой скоростью преодолеваем. Thank you.
Вот, ребят, мы обкатываем новый люк в нашем вездеходе. Ну что, я должен сказать, что это очень удобно. Какое-то новое невероятное ощущение. Всем, кто любит охоту, я бы рекомендовал подписаться на страницу в Инстаграме Hunting in Russia Today. Охота в России сегодня. Страница об охоте, оружии, охотничьих собаках, технике для охоты и прочем. Не промахивается тот, кто не стреляет. Ссылка в описании. Тенец куличка, бедолага, не может улететь уже. Он летел тут перед нами, летел, упал. Сейчас он в травку спрятался, как будто его не видно. Ну ладно, давайте заобъедем. Мышка. Эй, шопку показал, убежал. Вот он. Загнанная мышь не сопротивляется. Загоняли мыша. Давай. Ну что ж, мы уездились, умаялись и будем кушать. Поймали медведя, надавили из него колбас. Сейчас будем его есть. Вам не покажем, так что даже не надейтесь. Так облизывайтесь. Приятного вам аппетита. И нам тоже. Ветер. Надо понять. Именно туда уронить его. Чтобы оно не упало. Это они молодцы, конечно, все это. Во, ребят, мышонку дадим хлебушка. На. На, дурак. Ну-ка. Ешь давай. Ага. Ну давай нюхалку-то включай свою. Ты что, глупый что ли? Да? Он такого ни разу не ел, не знает, что с этим делать. Слушай, а правда он не понимает? Я скину для Гринписа координаты. Тут есть бездомный мышонок. Надо снарядить вертолетную экспедицию по спасению. Хлебом мы его снабдили на неделю. Он экономит, не ест сразу все. Все, ребятки, мы покушали. Вам ничего не показали. Сейчас будем ехать дальше. Что будет интересного, покажем. Расскажем. Может, дадим попробовать. Ребят, посмотрите, мамка вот кулик отводит от гнезда как. Посмотрите, и раненый прикидывается, и падает. Ой-ой-ой, бедная мамка. Кулик. Дай тебя обгоню-то, раздавлю ее. Здесь. Слышите? Яма канала. Ага. Мост.
нашел где-то. Очень сильно. Попробуй крупнись. Не, давай съеду. Ты подъехал под углом. Я сейчас больше сюда зайду. Нет. Просто. Ты подъехал вот так под углом, он тебя сразу пошел сюда. Вот так вроде ничего. Попробуй. Да, народ, я тоже немного испугался. Ух, ребят, проехали мы 40 километров. Да, почти 40 километров по таким жопкам. В общем, по дорогам уже не ездили, наверное, по 5, по 7 лет, по 10. На болото вообще эта колесная техника никогда не заезжала. Вот, то есть, ну вот, главный охотовец здесь говорит, я, говорит, в афиге просто, что вы мне показали тут, что она делает, что вытворяет. Вот, у них есть другой вездеход. Они, конечно, от шерпа в восторге. Вот, говорят, для охотохозяйства такая штука нужна. Вот. Сейчас там будет подъем. Затяжечка такая. Ну, спуск вообще шикарный. Ой, ребят, я так колбасок переел, прям вот. Мишке говорю, Мишка, даешь колбаску? Он говорит, нет, нет, я не хочу что-то. А я, чтобы не пропадать, сожрал ее. Она у меня аж поперек встала. А сейчас он мне говорит, я тебе... Зачем ты поперек? Надо было повдоль глотать. Я тебе, говорит, уступил. Я бы, говорит, ее съел. Я говорю, ах ты зараза, блин. Ты хочешь, чтобы у меня живот лопнул? Я буквально вот забочусь. Потому что надо рулить, на педали нажимать. Это все требует... Концентрация, да, внимание. Да, калории горят просто как в топке, да, Титаника. Да. Смотрим, не переключаемся. Да. Самое интересное у нас всегда где? Впереди. Впереди. Ну, ребят. Какая-то движуха. Что-то да, тут. Смотрите, какой сходи. Ух ты, праздник какой-то. Свадьба, что ли? Свадьба. Ух ты, радость. Радость-то какая в поселке. Свадьба. Да, свадьба в поселке. Видите, как сейчас выкупать заставит. А невеста. Вот нам дорогу закрывают, да. Сейчас говорит, все, проезд платный. Но это невесту выкупают, ну видишь ты, закрыли дорогу. Проезд платный, цена квартира. Цена квартира. Красота, посмотрите. Какой здесь вид, конечно. Ой-ой-ой-ой. Вот такой реке сплавится, да? Смотрите, оленей сколько. А вон их сколько, ребят, посмотрите. О, ничего себе. С ума сойти. Ань, куда ты побежал? Ой, пятнистый вот. Что, Миша, рассказывай, как тебе? Красота. Красота, ребят. Правда, красота. Посмотрите, тишина. Красотища. Шкундыбают от нас. Летать не умеем. Мишаня, мы то спиннинги не возьмем, то металлики не возьмем, елки-палки. Все, мы никак не попадем в нужный нам резонанс. Да-да-да. А надо кружки распускать и вместе с кружками сплавляться. Кружки, конечно.
пользуются, ребят, силой природы. С течением пока вот ничья. Ну, мы ее по берегу немного обманули. Сейчас проскочим. Немного зацепиться, а тут мы уже как дома. Вот, ребят, чуть-чуть поплавали по реке Устья. Сами все видели, как это происходило и какое тут течение. Ребят, смотрите, кабаны бегут. Ребят, просим прощения за некоторую сумбурность нашего повествования, но выезд был рабочий, и съемки не входили в приоритеты. Вот что можем, мы показываем, как бы. Ну вот серия заканчивается именно вот так. Всем спасибо, до следующей серии. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.